показывать вам, не показывать водопады без воды. Все водопады сухие, потому что нету дождя. По? Come here. No, dangerous here. This. Only this. Немного утомительный поход, конечно, сюда. Окей. You can. Это такая проверка для нее. Сможет ли она в дальнейшем принять участие в дальнейших переходах? Это самый легкий поход, самый легкий водопад. You can? Yeah, you go. Easy. Dangerous everywhere. Такая проверка для нее, потому что если мы пойдем куда-то на джом, или если мы поплывем куда-то далеко, где придется по-настоящему долго много ходить, я хотя бы хочу проверить вот навыки нашего нового гида. Ну вот смотрите, что застойная вода такая, в которой даже не хочется искупаться, хотя дико жарко сегодня, вообще просто нереально жарко. Водопад, ну это этот первый каскад, вы знаете, а вы знаете прекрасно, что там 4 уровня, и это уровень даже не уровень, это вообще лайтовая штука. Не знаю, записывать вам, как она будет там взбираться на самый пик этой горы. Вот это второй каскад я сниму, потому что вода здесь есть. Он не хочет купаться, go swim, но... Наконец-то добрались. Целый лес этих труб. Воды мало, насады на все не хватает. Воду даже приходится покупать, кстати. Ман покупал для своего сада воду. Воду для сада, много воды. Ну вот он, красавец, 4-й уровень. Во всей красе, так сказать. Все можно увидеть, каждый камушек разглядеть. Фу. Ну вообще дошла легко тайка, да, я доволен, но я даже больше устал, чем она, так что хоть она и тоненькая такая, как спичка, но зато такая жилистая, молодец. Ну, go swim. Затащил все-таки ее в воду, а потом не вытащить из воды, а вся мурашками покрылась, руки в мурашках. Губы трясутся. Я говорю, давай уже выходим, я так еще, говорит, посижу. Ну как дети, ну не затащить сначала, потом не выгнать. Вот, так что вот такой вот водопад. Здесь вообще он сухой, да. Это нам еще повезло, что ночью был дождь, всю ночь шел дождь. Если бы не было дождя, не было бы даже этого. Эта гора была бы такая же сухая. Вот, ну что, я всем советую посетить место это прекрасное, еще раз вам тут дам панораму. Здесь вот такая вот штука, обрыв вот реальный. И если дождь, то здесь становится реально скользко. И вот эти вот камни, да, они под наклоном, и они реально скользкие. Надо придерживаться за эту веревку. Ну веревка, хрен его знает, она уже старая здесь, ну. Но другое вас тут ничего тогда не спасет, только вся надежда на это. Ну вот, вот и все. Вот и все. Там буквально один шаг, да. Ну шаг опасный такой. Скользкий шаг. Может показаться. Все, уже убежала. Уже в самом низу. Внизу нет воды совершенно, да, низа вода даже не доходит до этого водопада. Что-то уходит через эти тайские трубы, а что нет, то просачивается через камни и уходит подземным течением в океан.
Один из самых красивых водопадов на Качанге. Ну-ка, you can say hello. Hello. Okay.